ковид опасен осложнениями. Он может привести к инсульту или обострению хронических заболеваний. Справиться с последствиями тяжело не только физически, но и морально. Многим бывает необходима психологическая помощь. Если одни пациенты, зная всю опасность, идут и прививаются, другие считают, зачем, ведь все равно заболеешь. Медики и не спорят, болезнь можно подцепить. Вот только привитые его перенесут гораздо легче, без тяжелейших последствий. Сейчас те, кто не верил в эффективность мер защиты и вакцинации, проходят лечение в красной зоне. Медики говорят, болезнь развивается настолько молниеносно, что счет идет на часы. Радует, что количество прививающихся больше. И кажется, врачам удается достучаться до людей, чтобы добиться, в конце концов, коллективного иммунитета. Борис Ведзижев думает прежде всего о пожилых родителях. Поэтому вопрос, делать прививку или нет, просто не возникал. Обычная прививка, никаких ощущений, нового ничего нет, не болит ничего. Это у вас второй компонент, да? Вторая прививка, да, первую делала ровно 3 недели назад. Первый день была небольшая слабость. У меня родственница близкая работает в реанимации как раз-таки с коронавирусными, и близкая подруга. И они увидели последствия, как болеют те, кто привит, и те, кто не привит. Привитые, они говорят, если попадают в больницу, то 7, максимум 10 дней проводят там. И уже здоровыми выходят домой. А непривитые около месяца могут лежать там. Количество больных растет с каждым днем. Накануне в Ингушетии зарегистрировали рекордные 79 случаев за сутки. В поликлинике Карабулака прививают 3 вакцинами. Гамковидвак, Ковивак и однократным спутником Лайт. Здесь уже успели вакцинироваться больше 10 тысяч человек. Чаще всего у нас болеет взрослое население. Те, кто старше 50-60 лет. Это люди в основном не вакцинированные. Среди вакцинированных заболевших у нас мало. Рекомендую населению Республики Ингушетия без необходимости не выходить из дома, избегать большие скопления людей. Сейчас период подготовки школы. У нас проходят ярмарки, много людей скапливается и в магазинах, и на ярмарке. Пожалуйста, носите маски. И без необходимости не посещать такие места. Медики уже научились различать тех, кто в тяжелой форме перенес ковид. Выдают взгляд. Дыхательная недостаточность еще долго мучает. Гипоксия – самое тяжелое из всех осложнений. Человек, который заразился коронавирусом, осложненной пневмонией, в тяжелой форме, естественно, испытывает гипоксию, чувство нехватки воздуха. Чувство нехватки воздуха – это то, что мы на словах как-то передать не сможем. Человек, который сам переболел, это состояние описать не может, но всегда, даже среди моих знакомых говорят, что это то, что мы ни с чем не можем сравнить, потому что нехватка кислорода, естественно, страдают все органы и системы. То есть это не одни легкие. Из-за нехватки кислорода страдает головной мозг, сердце. И наряду с этим совсем идет и поражение всех органов и систем. Аппарат ИВЛ никогда не заменит функцию своих легких, отмечают врачи. Если одни еще думают о вакцинации, для других это роскошь, которую они не могут себе позволить из-за медицинского отвода. В первую очередь желающих пройти процедуру тщательно проверяет терапевт. Когда пациент нам приходит на вакцинацию, мы измеряем и давление, и сатурацию, и температуру. То есть мы не вакцинируем пациентов, которые приходят к нам с признаками, опять же, простуды. То есть температурящих, пациенты, у которых идут осложнения хронических заболеваний, пациенты, у которых в анамнезе тяжелые анафилактические реакции, аллергические реакции, анафилактический шок, отек Кинки. А остальные пациенты, то есть пациенты, болеющие сахарным диабетом, гипертонической болезнью, их, они как так как лежат в группе высокого риска, то есть они подвержены заболеванию, протекают заболевания, как правило, намного тяжелее, чем у здоровых. Побочные эффекты у нас, в принципе, особо побочных эффектов не было, но могут быть местные реакции в виде отека в месте укола. Может быть гиперемия, может местно повыситься немного температура, также может повыситься общая температура. Надо учитывать, что
Есть еще временные медотводы от проведения вакцинации. Это острое инфекционное или неинфекционное заболевание. Это хронические заболевания в период обострения. Для желающих пройти вакцинацию созданы все условия. Пациент может записаться в любое удобное для себя время. В регистратуре ковид мутирует и уже не жалеет никого. Рина Цичоева, Магомед Белакиев. Новости 24.